Ереванский «Арарат» в полном составе в Сочи впервые. Руководство клуба решило провести важнейший для команды сбор в отеле «Весна», который уже облюбовали многие спортсмены России и даже мира. Тренеры «Арарата» признаются, у команды не лучшие времена. Она находится на последней строчке турнирной таблицы высшей лиги Армении. Всей команде спортивная база отеля «Весна» нравится, и они надеются, что тут получится хорошо подготовиться к последующим играм. Я не впервые здесь. Был здесь на сборах еще раз, и поэтому выбрали это место для первого сбора. Все нормально, люди гостеприимные очень, все предоставили, никаких проблем нету. Поле, тренажерный зал, бассейн, восстановительные центры, номера, это ресторан очень хороший, главное, что спортивный, еда, это очень главное. Сдаваться «Арарат» не собирается и уже набрал несколько перспективных легионеров. На сборах в отеле «Весна» наставники собираются потренировать старожилов команды и повнимательнее присмотреться к новичкам. Да и наладить общение в команде тоже нужно. Стоит отметить, что все члены команды мотивированы на последующие победы. У нас сейчас очень много легионеров. Очень много. Французы, 3 мексиканца, 2 мексиканца, 1 с Перу. У них как бы 1 диалект. Но у нас в общем английский 1. И мы как бы стараемся друг друга понимать, это самое главное. Ну, на английском языке это наш общий. И все позитивно, как бы, только хотим выигрывать и все. А настрой только выигрывать, но все позитивно у нас. В отеле «Весна» ереванский «Арарат» пробудет до 30 января. В рамках сбора футболисты высшей лиги Армении сыграют с 2 командами из первой российской лиги. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.